Σπασίβα. 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 Καλή ψυχαλάψα. Ανδρέη, είσαι όλες να βρεθεί. Ανδρέη, είσαι όλες να βρεθεί. We call you back. Thank you.
Thank you.
предложение, есть предложение превратить нашу сегодняшнюю вечеринку в охуенный анекдот. Вот, рано утром сегодня я просыпаюсь, я, короче, это самое, читаю следующее сообщение. Вот, сейчас мы к нему перейдем, короче, мне надо три добровольца, короче. Мартина, иди сюда, пожалуйста. Иди сюда, Мартин. Вот, иди сюда. Вот, вот, доп-командир, иди сюда, пожалуйста. Иди сюда, пожалуйста. Вот, вот, сеньорита, сеньорит, нам девушка нужна. Девушка, иди сюда, пожалуйста. Тимур, не уходи, пожалуйста. Тимур, не уходи. Анекдот. Вот. А ребят, кто мне есть фотографии, пожалуйста, Александр, будьте приготовьте, пожалуйста, вот это вот. Очень смешно не будет. Ну, блядь, давай скорее, блядь, сейчас зажигалка нужна, значит, зажигалка. Я сегодня проснулся, Эксплюду, можно вас на сцену, пожалуйста, нет. Нам просто необходимо. Нет. Но иначе без этого анекдот не продолжится, он невозможен просто. Нет. Ну, пожалуйста. Я тебе говорю нет. Ну, анекдот. Нет. Если ты подумал, ты бы понял, почему, но нет. Я могу вот здесь знать, вот. Однажды Эксплюду проснулся, потому что звали. Окей. Сегодня рано утром. Хорошо, рассказывай анекдот. Сегодня рано утром. Сегодня рано утром. Я человек, который во всем очень любит чувство юмора на самом деле. Чувство юмора, очень хорошая вещь. Сегодня рано утром. От одного из ребят, которые вы вот будете читать там такую компанию, 5-10, вот одного из ребят, короче, мне очень странный вот вопрос, который меня сегодня разрешил, да, обоссащий. Говорит, так может ты говоришь, тогда будут я Эксплюду поцелуешь. А я, ребят, вас всех знаю, короче, я это самое, я всех знаю, вот и поэтому я с вами делюсь этим анекдотом. Спасибо, что пришли. Сейчас, пожалуйста, стоп. Я чай кофе, ты будешь целовать булки. Я посовещался с мамой сегодня, она сказала, да, это смешно, короче. Вот такой анекдот, короче, вот у нас сегодня для вас был припасен. А теперь как ребенок. Главное, с юмором ко всему относиться. Happy birthday.
Thank you.